Всем привет! Вышло обновление в Skyblock Roblox. Добавлены коровы. Эта ферма достроилась. И добавился фермер. Вот. Можно поговорить. Она говорит то, что животных еще нет. Ну, наверное, их добавят в следующих обновлениях, а сейчас только коровы. И то не до конца добавлены. Другую кнопку я не могу нажать. Вот, ферма такая красивая. Давайте посмотрим. А вот и моя корова. Тут сидит на моем острове уже сразу. Такая красивая. Все очень долго ждали ее. А также, вот, добавился новый чертеж для какого-то нового оружия. Корова очень красивая, такая, как была на картинке. Ходит куда хочет. Такая должна быть. С коровами добавилось еще кое-что тут. Ячейки у продавцов стали больше. И появился новый остров. С какой-то желтой рудой. В прошлом обновлении тоже были островы с медью. Что это такое, я не знаю. Сейчас посмотрим. Они теперь ближе стали появляться, эти острова. Раньше очень далеко были, а сейчас вообще в упор. Все, построилось. Какая-то желтая руда. Ломать я ее не буду. В прошлый раз я сломал, и все, и она не заспаунилась. Больше я так делать не буду. Такую ошибку я допускать не буду. В прошлый раз, когда заспаунился остров, я сразу решил сломать эту руду. Она оказалась очень крепкой. И через некоторое время я ее сломал. И мне выпало 34 медные руды. Также добавилась бронзовая машина какая-то. Наверное, для изготовления бронзы. Тут я установлю дрил лучше и посмотрю, что это за руда. Не буду ломать. Такой остров у меня больше не заспаунился. Кажется, он только один. А медных три. А моя корова тем временем лежит, спит. Днем. Также добавился какой-то столик. Новый верстак. Сейчас посмотрим. Тут можно скрафтить себе ведро и еще 4 недоступных вещи. Так, а молоко нельзя получить. Что это у меня за корова? Молоко не дает, спит целый день. А как ее разбудить? Можно ее покормить пшеницей. Она все равно не встает. Уже целый день спит. Так эта штука дает золото. Это золото. Раньше все хотели, чтобы можно было автоматически получать золото. Но этого не было. Можно только было из буфалкеров или вообще на каких-нибудь островах там золотую руду рубить. А сейчас это доступно. Еще корова будет за вами ходить, когда вы возьмете в руку пшеницу. На определенной дистанции. У нее еще походка красивая. Молоко опять не дает. Хотя бы стало. И с моей коровой что-то случилось ночью. Она куда-то пытается в стену идти. Что это такое? Да, а потом она еще решила на мой спавн залезть. Даже не знаю, как она туда залезла. Она, кажется, прыгать умеет, да? Так, пшеница, и она сразу спустилась. Наконец-то моя корова после нескольких дней ожидания дала мне одно ведро молока. Очень долгое время прошло, и она только сейчас мне дала молоко. И что, так всегда будет, так долго? И что мне с ним делать? Рецептов новых нету. И это молоко можно продать за 40 коинов. Не очень так выгодно. Тут еще есть какой-то сыр, но для этого нужен третий уровень. А у меня пока только первый.
Ага, и у меня разблокировалась новая вещь. Какая-то аптечка для животных. А, я могу проверить. А что это? А что это у нее одно хп? Любимая еда яблок. А что это у нее одно хп всего лишь? Голод. Чуть-чуть есть. Любимая еда яблоко. Понятно. Интересная картина. А у него... Ну, у него и корова, конечно. А апельсины и лимоны любит подписчика. Корова, конечно. У меня хотя бы яблоки. Вот у него молоко есть даже. Это что, у меня... Мне такая корова попалась, что ли, без молока? Так, выполняю задание. Сейчас посмотрим. У меня сейчас второй уровень. Я что-то должен был получить. Тут чертеж не дают, как у других. Так, я решил заманить корову. Прыгнет ли она в бездну или нет? Пшеница сюда. Она прыгнула. И все. Теперь у меня не будет коровы. Да, прикольно. Еще раз. Да, корова не пропала, она заспавнилась на спавне. Уху! Вот она, на спавне сидит. Так, я разблокировал новую вещь. Штучка для пшеницы. Такая вот емкость, помещаю пшеницу. И теперь корова, когда проголодается, пойдет сюда и будет кушать тут пшеницу. Если я ее не буду кормить. Обижусь там на нее или еще что-нибудь. Также добавилась сыроварка с третьего уровня доступна. Вот. На, держи. У своей коровы поставь. Так, берем свежее молоко. Ложим в сыроварку. Да, корова напрыгнула на сыр зачем-то. И подождем. Прошло очень-очень много времени, и наконец-то сыр готов. Так долго ждать надо. Вот такой кусочек сыра получился. Его можно там продать. А тем временем, пока у меня готовился сыр, корова уснула на моей лестнице. Этот сыр можно продать за 80 коинов. Очень невыгодно. Так, а это моя буровая машина. На бурье немного золота. Работает она очень медленно. Ну да, золото закрепкое. Вот такой вот получился ролик. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.